Доброго времени суток! Приветствую вас на своем канале. В этом видео сделаем вот такие небольшие бантики, которые отлично подойдут для резинок на первые хвостики или небольшие заколки, а также в качестве дополнения изделий канзаши. Для работы я использую три вида лент: декоративную шириной 1 см, атласную 12,6 мм. Складываем ленту 12 мм бантиком. Я делаю это, не отрезая ее от бобины. Обрезаем ленту от бобины. Ширина банта примерно 7 см. Из узкой ленты также формируем два одинаковых бантика примерно 6,5 см шириной. Изготовим еще один простой бант из декоративной ленты по такому же принципу, но уже 6 сантиметров в ширину. Всего у нас вышло 4 бантика. Обработаем их хвостики при помощи терморезки или ножниц и пламени свечи либо зажигалки. Длину вы можете регулировать на свое усмотрение, как вам больше нравится. Приступим к сборке. Склеиваем крест-накрест два одинаковых бантика из самой узкой ленты капелькой горячего клея. Полученную деталь клеим на самый крупный бант. Также приклеиваем поверх предыдущих последний декоративный бантик. Обернем серединку отрезком ленты 6 мм, чтобы скрыть техническую часть. Наш декоративный бантик готов. Пишите в комментарии свои идеи по его использованию. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами была Мария. Пока-пока!